Я родился в безумно красивом месте в горах. Наверное, эта красота и стала причиной моего увлечения фотографией. С тех пор я путешествую в поисках самых красивых уголков по всему миру. Красивые виды рядом. Моими первыми поклонниками были мама и пара самых близких друзей. Потом я назвал серию «Следуй за мной», выложил в сеть и бум! Комментарии, репосты, интервью. Люди сами сделали серию «Следуй за мной» чем-то большим, чем просто набор красивых картинок. Сегодня все мои снимки всегда со мной. Ведь никогда не знаешь заранее, каким из них захочется поделиться с сотнями тысяч новых друзей. Несмотря на успех, я вряд ли могу назвать себя профессиональным фотографом. Просто я следую за тем, что по-настоящему люблю. И сегодня это может сделать каждый.